Чат огонь, и не осталось ничего. Я шагаю по проспекту. В этом шоу три мужика из разных уголков нашей родины собираются за столом, чтобы ответить на вопросы обычных людей из интернета. Все письма реальные, все советы нереальные. А чтобы помогать было веселее, ребята едят и выпивают. Вот и все правила. Что ты играешь? Накатилы напоминают, алкоголь вредит вашему здоровью. Но человек слаб. Хорош, давайте это. Как вы думаете, при победе феминизма и установлении матриархата будет больше или меньше детей, чем в патриархальных обществах? Можно объяснить термины? Смотри, феминизм. Победа, давай с победы начнем. Победа, я знаю. Давай со слова «как» тут, с этого вопрос начинается. То есть сейчас мужчина решает, сколько будет детей, или нет? Нет. Нет. Это совместное решение. Это его величество случай. Нам нужен ребенок. Она так, говорит, а когда станут женщины, его величество случай отойдет на вторую позицию, потому что будет решать женщина. Да, бразды правления будет в ее руках. Но есть же такая вещь, как женская логика. Она скажет, не хочу детей. Ну давай, понимаешь, и все. А потом он у тебя появится, и она скажет, я этого не хотела и терпеть тебя не могу, а детей обожаю. И все. Ну то есть тут же лента Мёбиуса, парадигма Шварцмана. Пиздишь ты, какие ты знаешь. Не может такого случиться, что на всей планете одновременно вдруг все станет одинаково. То есть даже если где-то там в западном обществе матриархат победит... Ну, конечно, равно... у них ночь, у нас день. Вот я что знаю. Опять же, смотри, какие знания о вращении шара. И получается, где-то действительно женщины победят, и там они будут решать. Где-то победят и потом мужчины. Сравним, у кого больше детей. Да. Давайте сделаем соревнования. Да. Надо выбрать страну для эксперимента. Какую-нибудь неблагополучную. Нашу? Америка. Ну, какая-нибудь другая Америка. Еще дополню, немножечко физиологии. Есть знакомая, которая занимается спортом жестко. Она хочет быть такой крепкой девушкой, они специально пьют гормоны, да. И они, правда, превращаются из девушки в мужика потихонечку. Потому что желание быть первым, сильным, мощным, таким, как мы, да. Это и реальный путь к становлению. Как мы, ты забыл сказать, как мы с Сашей. Как мы с Савой. Сава начал смеяться. Ты и так нормальный. Вот. И у них даже растет. Ты и так нормальный. Растет что? Растет? Клитор. Клитор? Да! Куда растет? Куда? Ну, куда? Ну, по карьерной лестнице. На вырост. И был менеджером, понимаешь, дослужился. Я говорю, что все это движение девушки к власти, к быть сильной, это движение к тому, чтобы быть мужчиной. Вот ты правильно идешь, и сейчас... Детей больше будет или меньше? Вот ты почти меньше. Меньше, потому что, смотри, женщина, которая постепенно превращается в мужика, теряет интерес к продолжению рода. И к такой девушке интерес тоже теряется. Все. Если она мужеподобная. Соответственно. У тебя были такие? Ну, рядом проходили. По у делу. Одного моего знакомого, может быть. Угу. Ну, то есть меньше. Меньше. Решено. Нет, явно меньше. Слушай, меньше. Но поскольку ситуация умозрительная и никогда в реальном мире этого не произойдет. Ставьте на ничью. Да. Тост за то, чтобы... За женственных женщин. И за мужественных. И за нас. Мужчин. И чтобы победила красота. Вот. У сестры... Так. Умер свекор. Соболезную. Подальше. Помянем. Дальше. Следующий вопрос. На похоронах осталось много еды. Кстати, спасибо вам большое. Нормальная еда. Да и место хорошее выбрали. Ну, смотри, ну вот произошло. Да, я, кстати, вот до сих пор не понимаю, вот все, что дальше брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя. Ну, свекор — это какой-то родственник свекрови. Да нет. Видимо, муж. Муж свекрови. Однокоренное что-то. Это отец. Это отец свеклы. Есть свекла, есть свекол. Свекол? Да, свекол. Свекол, окей. Смотри, много еды осталось на похоронах. Мы не пришли на похороны, потому что тусовка была... Их что, их хоронить? Они живые, что им ходить? Муж, я и дочь 16 лет. И вот моя дочь заходила в гости, ей дали пакет еды, так сказать, осталось со стола. Ну, бывает. Один вообще не ел на похоронах. Передали и ботинки, и пиджак. Вот, берите, да, потом занесите в прокат, в театр. Мне не очень приятно такое принимать. А мой муж так просто сошел с ума. Бегал по квартире, кричит, эта подачка со стола не есть. Тем более с похорон. Вообще моя сестра такое практикует. Что? У нее было 8 свекров, и они постоянно перебирают со жрачкой на это мероприятие. Салат нравится какой-то там. То есть они только ради салата
людей из своей вопрос семьи. В чем? Есть ли еду с похорон? Да. Что вы думаете об этой ситуации? Муж требует, чтобы я отнес им это все обратно и швырнул в лицо. Есть ли еду я с отнес, похорон? Еще какой-то мужчина появился. Муж требует, муж чтобы... Муж свекра. Муж свекра. Александр Свекраков-младший требует, чтобы всю еду отнесли обратно им домой. В глаза их живые, бесстыжие швырнули. То есть, если хочешь есть, иди на похороны. Ну, вообще так люди многие на поминки. Делают, на самом деле. Не хочешь? Поэтому на поминках иногда ничего не остается. Не хочешь? И вопрос-то в том, чтобы... Даже хоронить некого в итоге. Один пиджак пустой. Бросают землей, закидали, и все. Был такой случай. Я вел как-то поминки. Куда? Никуда, куда поминки? Через реку Стикс, блядь. Стикс — это группа такая есть, кстати. Ну, вот они тоже на лодке плавают туда-сюда, с берега. Через реки назвали. Ну и что, там да. Монеты еще там. Смысл-то в том, что там монеточка появилась. Надо понимать, что люди же не от плохого, они не заговорили эту еду на какой-то там сглаз или на счет что-то. Они просто хотели, чтобы их родственника помянули. Не пропадать же кутье. Да. Да. Кутья — это рис, да? Это из риса что-то. И рис, да. Изюм, и... Ну смотри, специалист и у нас водка. В ритуале. Сколько гробы стоит? Давай, колись. 7200, если, ну... Если в Икее. А его, кстати, вернуть можно через 14 дней. Лучше ешьте, не умирая. Да, вот. Пусть у нас будет больше поводов выпить, чокаясь. Да. Что делать с дырявыми носками? О! Давай, вот обсудим. Вопрос. Если прохудились почти все... Прохудились. Как, с какого века пишут человек? Если прохудились почти все 5 пар из набора. И стоптал анучи. Почти онучи, все кстати. 5 пар из набора онучи. Прохудились. Онучи. Выбрасывать жалко. Так. Я же за них 700 рублей заплатил. За 5 пар носков? Да. Что-то не делится. Сейчас потом разделим, подожди. Заштопал дырку на пятке, но дело в том, что там сама ткань протерлась. Пришивать заплатки, я так понимаю, надо на машинке уметь шить. Я так понимаю, да. Все это весь вопрос. И то верно. Что делать с дырявыми носками? Надо послушать песню «Машинка Зингера». Иголочки сломала. Поэтому шить не на чем. Всех понятых полублатных. Да и тебя, блядь, мусор, я в гробу видала. Кстати, было мероприятие, был день рождения ребенка, 1 год. И там выступала группа «Воровайки». 1 год дали ребенку или исполнился? Мне кажется, дали уже, потому что он родился уже обязанный отсидеть. Папа молодец был, да? Слушай, я охренел. А как он успел? Папа родинка здесь? Да, родинка в виде звездочки большой. Везучий. Я как-то видел на Шансон ТВ. А ты его смотришь? Кто без... Волею судеб. Кто без греха? В конце. Я как-то видел по Шансон ТВ концерт группы «Воровайки». Ну-ка, покажи, купола есть у тебя какие-нибудь там? Там не видно уже. Складочки. Я когда наносил, знаешь, жиром снесло. Это у тебя программа реновации. Там теперь, блядь, бассейн. Из пота. Назад в будущее, да. Так. Так вот. Блядь, по Шансон ТВ был концерт «Воровайк». Что логично. Ну да, вполне. И там, я, что меня удивило, что у них нагнетающая какая-то пафосная музыка. А, там играла музыка из «Рокки». Какая? В самом начале. Это они написали? На сцене ничего нет. И после этого, прикинься, киса, песиком, понюхай попу носиком. А том да тай, разница, кто хочет, а кто дразнится. Сейчас мы к носкам выйдем, подождите, как-то где-то здесь есть петля. Нормально, сейчас будут штопанные там носки. Вот под это «Рокки», и там просто 3 фонаря мигают синим и зеленым. Они с собой привезли. Я думаю, что и долгое вот это интро из «Рокки». А они просто сидели пока в данный момент. Они ждали по УДО. Ждали, пока приедет. Должны были вот-вот. Воронок. Да. Они спустились сверху на лонжах все. То есть прям спецэффект. Ну, на этих. Лонжи. А, опусти, пожалуйста, руку. Канаты. Тут пахнет чуть-чуть. Вот, смотри, и... Подожди, как это работает? Все, у тебя 2 орешка выпало. Смотри, и... Штанов. В этом и реприза. Я добил. Для тех, кто не понял. Добил ты, да. Смотри. Добил ты, понял. Да что ж ты добиваешь то, что очевидно? Смотри. Что ж такое очевидное-то, а? Сука. Смотри. И они, короче... Смотри, ты вверх смотришь. Так, воровайки спустились на лонжах. И тут история конец. Ну, просто они спустились. И у одной дырявые носки. И у одной дырявые носки. И человек в зале встает и говорит, сколько пар покупал? Он говорит, 5 за 700 рублей. Говорит, напишу-ка я вопрос. Что делать? Саша и Саша. У моей любимой группы? У моей любимой группы. Прикинь, если бы они на лонжах просто проехали сверху вниз,
И все, и весь концерт. Прикольно было бы, если бы они очень медленно спускались на лонжи, открывалась сцена, они как бы уходили туда, и все. Я тебе, блядь, про что сказал? Придурок. Прикинь, вот смотри, концерт «Два лайка». Я слышал это. Он не так рассказал. Я отыграю, смотри. Опускаются веки. Люди опускаются в тюрьме. Понял? Ёпта, бля. А кто-то и поднимается, Саш. Да, это я. Очень ты страшный уголовник, конечно. Ой, нихуя себе. Это ты вспомнил. Давай совет про носки. Про носки совет. Если на пальцах, то так вот пальцами подтягиваешь и сидишь. Ты на пальцы подтягиваешься? Человек-обезьяна у нас в гостях, блин. Ну так я так делал. Кстати, знаешь, как ловят обезьян? Берут коробку деревянную большую, в ней такая прорезь горизонтальная. А нет, это вертикальная. Это как посмотреть, Саш? Если лежа на коробку. Коробка, в ней прорезь. Да, прорезь. Я слушаю. Туда обезьяна вставляет руку, берет банан. А по какой причине? А, там банан. Там банан, да, лежит в коробке. Написано «распродажа». На обезьяне написано «банан». Прорезь вот такая, вот, классическая. Так, так. Давай я обезьяна. Давай. Так, ну смотри, я иду. Давай прорезь, я прорезь, давай. Ты прорезь, давай. О, боже, прорезь. Я банан. О, боже, прорезь, руку запихну. Так, что? Это банан. Вот, это банан. Обезьяна вставляет руку в прорезь. Так, я вставляю руку в прорезь. Берет банан. Так. И не может вытащить, потому что банан не дает вылезти руке, прикинь? Это серьезно, так ловит обезьян. И вот так обезьяна сидит. А с коробкой, блядь, уйти. Смотри, а если обезьяна делает так? Не, она не сделает так. Почему? Потому что ты не обезьяна. А у нее кисть не поворачивается? Нет, потому что она, может, хочет банан. Подожди, блядь, там деревянный банан, он же мнется. Обезьяна сильная. Вы ничего не понимаете? Нет, ну что вы лезете? Так обезьянам говорят. Вы же ничего не понимаете. Мы тебя поймали. Стой, куда ты бежишь? Ты, блядь, обезьяна, мы что ты выебываешь? Тони Робинс учил бороться до конца, говорит обезьяна. Я все равно вытащу. И что? А зачем ты это сказал? Слишком умные. Для обезьяны? Про обезьян говорили, да. Подожди, мы же говорили про носки. Да. Ну и чего? Как сделать носки из обезьяны? А, нет, просто Саша сгибал ноги, как обезьяна. Ну так, нет. Что там, банан? Посмотри. Вот так началось. Уйти не можешь. Давай, что про носки? Надо ходить босиком. Порфирий Иванов. Он босиком ходил всю жизнь. Какой нахуй Порфирий Иванов? Человек, кто ходил босиком всю жизнь. Обливался холодной водой, его заебались лечить. Придурок. Может, такой. Не знаю. Может быть... Покопаться в цифрах. 700 давай, руб... вот, 700 7, рублей. 9, давайте разгребу. 700 блядь. Рублей, 5 пар. Может быть, там ключ к разгадке. Ой, а, человека обманули изначально. Да, да? Не делится, потому что. Слушай, не могут там... носки стоить неровное количество денег. Нет, смотри, 5 пар носков — это 10 носков. 700 рублей по 70 рублей носок. 140 рублей пара. Решено. Все. Нихера себе. Нам же этот вопрос задавали. Сколько стоит? Ты бы не попал. Сколько стоит пара? За математику. Помогла наука. Первый раз, кстати, за всю жизнь после школы. Не зря, не зря. Как научиться меньше тратиться? Так, хороший вопрос. Записывать расход не помогает. Очень много внеплановых. Оборвалось предложение, видимо... Распродажа. Убежал в магазин, да. Слушай, вот я, кстати, никогда не вел никакой подсчет вот, денег. Ну, во-первых, я богатый. Что там считать-то? В конце концов, да. Пришли эти 20 тысяч за кредит. Не, ну правда, смотри, вот есть проблема такая, действительно. Что... Сань, ну ты побогаче. И ты как? Повзрослей. Чем сами деньги. Саня шокировала эта новость. Ну просто как Саня-то в шоу попал? Пробашляли родители, и вот здесь сидит. Твои, да? Золотой мальчик. Потому что моих нет. Мой папа, да. Я не видел с пяти... Блядь, смотри, как его смешит это. Как научиться меньше тратить, Сань? Никак. Родитель должен научить в детстве. Ну смотри, а какие этапы? То есть как научить ребенка рационально расходовать бюджет? Ну это серьезный вообще вопрос. Ну понятное дело. У нас других нет. Надо жениться. Что про носки, что про богатство. На нормальной жене. На нормальной, которая не тратит все твои деньги, потому что сидит дома, блядь. Вот. Я сейчас не о себе. Аня, это не про нас. Да, это знакомый, один из соседнего таунхауса. Да. Точно так же выглядит, жену так же зовут. Полностью. Вот это совпадение. Такой же состав семьи, параллельные миры. Ну, и что? В школе не учат детей финансовой грамотности. Потому что вот когда ты вспомни себя в детстве, у тебя появлялись какие-то деньги, ты тут же захотел, потому что они, как говорят, ляжку ждет. Да?
хотел все это протратить, купить мороженого, пирожного, угостить детей. С одной стороны, это нормально, с другой стороны, ты лошара. Угу. Финансово необразованный, потому ты должен там уметь правильно распределять. Это все в детстве закладывается. Но смотри, а этапы какие? То есть это должна школа делать или это должна делать семья? И школа, и семья, и там, то есть в школе у тебя «Мир денег» Адама Смита показывают телешоу, а в семье тебе жена, хотел сказать, жена твоего отца, мать тебе, рассказывает, вот я тебе даю, грубо говоря, 500 рублей, принеси мне 700. Терпи, блядь. Касаюсь, дети должны зарабатывать, правильно, конечно. Иди вон мой фары. Нет, просто вот у тебя дочь. Да. И, в принципе, она уже взрослая достаточно. Да. То есть, как ты... Она умеет рационально тратить деньги? Да, она умеет копить. Угу. Потому что у нее этого не было. Она как-то не понимала счета деньгам, попросила у племянника, у его брата двоюродного денег как-то разочек. Он говорит, возьми там в копилке. Ну, тоже придурок. Она взяла 5000. Семья вся гончая. Бумажка какая понравилась. И она угостила всех детей в школе пиццей там какой-то, шоколадками. Это что за бумажка? Блин, это было 5000. Она не понимала, что это. Чек. Хабаровск какой-то. Ага. Вот. И потом со временем я просто стал ей объяснять, что вот как мама делать нельзя. Что если у тебя появляются какие-то деньги в руках, не надо их все тратить. Ты можешь понимать, что ты можешь отложить. Вот. И я там прочитал, что нельзя, типа, ребенку платить за оценки. То есть у нее всегда должны быть какие-то деньги при себе, и она должна уметь их ими пользоваться и знать, что они когда-то кончатся, а новых не появится еще до этого времени. Вот типа какая-то такая схема. Схема говно, Саня. Я особо понял. Пятого не будет денег. Но я вот понял, что это ребенок у меня уяснил эту информацию, потому что ей там что-то подарили на день рождения, там дедушка пьяный 100 евро принес. Вообще левый дедушка, не ее. Случайно. Кстати, да. На Берлина шел. Может себе позволить. Вот, и она говорит, пап, мне надо новый телефон. Я говорю, Соня, давай попозже, потому что ля-ля-ля, денег нет. Ну, потому что я обычно... Ну ты не умеешь, потому что как раз к вопросу расходовать. Я накопила денег. 85 тысяч у меня есть. Да. Я говорю, давай сюда. А сколько лет ребенку? Сейчас 14. А может она у меня пожить? Она свободна? Какое-то время, месяцок покопить, и потом обратно так я тебе верну. Так и ты покопи, ты просто посмотри свои. Нет, смотри, вопрос... Растраты для вас, дебилов, есть же программа в банке, где у вас карточка. Там написано, твои растраты за месяц. Смотри, ты как смотришь... он так проброс нас откорбил, знаешь. Ну. И какому-то для вас, я сказал, Лес, большой буквы. И какому-то банку нас приписывают. Приятно. Вопрос-то в другом. Как ребенка научить, да. Взрослому что делать? Уже все. Уже взрослому уже ничего не делать. Все, ты умрешь в нищете на вокзале. Давайте, слушай, за что ты там хотел выпить? За экономию. За экономию. Экономика должна быть экономной. Вот, это кто-то недавно сказал совсем, Эрнст, да? Неизвестный. Эрнст известный. Это мы неизвестные. Мне Ника пишет. Премия. Везет. Мне нравится преподаватель в ВУЗе. Мне 18, а ему 61. Чего? Что, сантиметр, лет, что ему? Я из благополучной семьи. Полное взаимопонимание с родителями. Полная. Серьезно? Она полная? Саша, не обязательно добивать каждое слово. Бля, ну я хочу понять, Саш, я смысл Сашка, какой-то. Сашка, да слушай, я бы на твоем месте зацепился за 61. И на нем бы и ехал. Я на следующем хожу, дядя Сереж, можно я помешаю? Эрегированный Годзилла идет по городу. До Комсомольской, вот, смотри. Давай-давай. Я из благополучной семьи. Полное взаимопонимание с родителями. Серьезных отношений с ним не хочу. Потому что долго это не продлится, я так понимаю. Но была бы не против легкой интрижки. Хотя мы общаемся только на официальном уровне и видимся раз в неделю на лекциях. И, скорее всего, ничего не будет. Как привлечь его внимание, если он не выделяет меня среди других, даже когда я хорошо отвечаю и задаю дополнительные вопросы по теме? Да, надо идти по схемам советских фильмов. Плохо учиться. Правильно? Он тебя чтобы он будешь, да. оставлял он тебя после уроков на вторые... Оставляет, да. Ты садишься на парту. Так. Да, ну-ка. Я ничего не выучила. Накажи меня. Один твой друг, да, так делал опять? А ты где ты знаешь? А ты где учился? Я на флейте учился. Бутылочный факультет. Ну смотри, и чего? Ну вот предположим, она так сделает. Ну, слушай, это же все совет. Ну это же это не же работает в реальной жизни. 61-летний мужик. Возможно, я он даже не поймет. В театральном вузе. У нас были красивые девочки в вузе. Было достаточное количество геев в группе. Что тоже неплохо, в принципе. Потому а что... в любой группе геев хватает. И как ты между ними? У нас? Напишите в комментах. 3-0. У нас 3-0.
Версия? Обновление? Чего? 3-0? Что? 3-0, блядь. 3-0, у нас 3-0, что? Вот, обычно... А, 0-3. Люди просто... такой счет... 0-7. Проиграл гею Сашка со счетом 0-3. Да. В этом возрасте они, наоборот, становятся похотливыми. Они прям... Кто они? Да мужики вот эти 60-летние. Да. Сань, не льсти себе. Ну, правда. Не, я хорошо учился. Через 3 года расскажешь. Нет, ну смотри, вот очень странно. Смотри, у вас разница, получается, ну, у нее с этим парнем. Преподом. Лет 40. 43. Че, лет 40? 18 и 61. Ну, что, лет 40? Ну, это 43-то, не лет 40? Это по-омски, по-омски. Математик. Лет 40. Вот. 43 года разница. То есть, получается, когда ему... Было 43, будет хорошо, ей было 0. Да, она вот только родилась. Вот ему, когда было 43 года, ей был 0. Ну и что? В то время, в то время они не могли встретиться. Могли. Чего? Но только если в глаз ему попали бы с первой, то все. И наконец-то настал момент, когда они... И он еще почти... Ого-го. Ну, не ого-го. Ок, ну, более-менее. Ок, ок. Омск, Омск, Омск. И она уже... И она... Как бы они сошлись в точке экстремума, да, когда ей можно, а он еще может. Так. Надо ловить момент, понимаешь? Катот и анод. Триот, как, идиот. Как зовут ее? Хочешь позвонить? Когда тебе будет часа один? Подожди. Ей надо ответить, надо ответить конкретному человеку. Что ей делать? Как интрижку завести? Вот, она спрашивает, что думаете на этот счет, все дела, вот. Заводите. Заводи. А как привлечь внимание? Вот она спрашивает, как привлечь внимание... Как привлечь внимание 61-летнего, Саш? Да. Давай, увеличить, скажите, вам пенсию увеличили. Представляете, Зюганов победил. Что, пенис увеличите? Да, давай. О, ничего себе. Это если бы он астроном был, сказать, вот этот телескоп. У меня была такая однажды ролевая игра. Кто-то смотрел твой телескоп? Да, я же. Думаю, долетит спутник до Луны, не долетит? Я так же сделал. Я вижу. Потом, когда долетел. Нет, ну правда, смотри, ну это Сань, очень... дай пиццу. Очень странно, понимаешь? Пицца со спутником, по-моему. Понимаешь, в чем проблема? Это 4 сыра, да. Смотри, в чем проблема? В том, что очень сложно 18-летний... Кто резал, смотри. Удобненько. Сразу всю тарелку покрываю. Чтобы больше ничего просто переверни все с тарелки на пиццу. Слушай, я вот о чем говорю. Смотри, почему сложно ей завести интрижку с ним? Потому что у 18-летней девушки и у 61-летнего мужика практически нет точек соприкосновения. Бля, им подожди, очень сложно... Ел, Саша. Я слышал. Вот, и очень жаль, что ты пропустил это важное начало. Потому что, ну, действительно, как им найти? Она слушает одну музыку, он другую. Она смотрит одно кино, он немое. Им тяжело... Где им... То есть как зацепиться языками? Понятно, когда тебе примерно плюс-минус 5-7 лет разницы? Еще ладно. А здесь как? То есть как она может дать ему понять, что он ей интересен не как преподаватель, а как даватель? Сава, понимаешь, ты какие-то предрассудки говоришь. Когда есть влечение сексуальное, там не важно, сколько тебе лет. Может быть, он моложавый. Да, может, он прям кабелин. Такой Харатьян. Сколько лет ему, Харатьян? Кстати, сколько? 50? Сейчас посмотрим. Сляж. У меня не прям на рабочем столе возраст Харатьян. Сейчас его заставка стоит. Да, 52, вот видишь. Софья, Алёшка. И прям конкретно, где он сейчас и что... Слушай, ну предположим, Полтос. Харатьяну? Ну да, ну не меньше. Так предполагали еще во времена Гардемарина. Опричнины. Ну 50, ну неважно. Нет, ну смотри, правда, 43 года разницы — это много. Это переломный год войны, поэтому тяжело. 60 Харатьяну? Харатьяну 59. А этому 61. А этому то есть 61. Это не Харатьян, вычеркиваем. Дальше. Кого еще мы знаем из того временного отрезка? Сколько Петросяну? Больше. 72. Нет, ему 70... У него... Нет, подожди, смотри. У Петросяна был концерт 60 лет в обед. 70 лет было. 74. Нет, подождите. Смотри, как... Я о чем... Подождите, о чем... Он все помнит концерты. Пожилые фанатки с золотыми зубами. Сколько вместительность Madison Square Garden? Давайте, пока я их отвлек, продолжаем. Водоизмещение ОМ-4. Пацанам еще потом ехать на что никогда. Нет, я о чем говорю? Почему? Смотри, как у Петросяна удобно юбилей расположен. У него был концерт 60 лет в обед. Угу. Так ты жутко ешь пиццу. Здесь как будто акула внедорожник захватила. Был концерт 60 лет в обед. Прошло десятилетие. И у него был концерт, который назывался 70 лет. В ужин. Угадайте. После обеда. Еще без вариант? Бед. Еще варианты? 70 лет. Ума нет. Еще варианты?
Смотри, раскрываю интригу. Так. Первый концерт 60 лет в обед, так. 70 лет уже не в обед. Реальный факт. Пруфы в интернете. Ну хорошо, что. 80 лет Петросяна нет. Понимаешь, будет концерт. 90 лет, 10 лет Петросяна нет. Да, 100 лет, а я вернулся, ёб твою мать, да? Такая рифма. Да, там слом, там обман. Я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте вспомним, есть же наверняка какие-то пары. Он жив. Хотя неизвестно, когда выйдет шоу, да. Возрастных мужчин и молодых женщин. Есть. Кто это? Слушай. Вот прям в возрасте, там, ну, плюс-минус 61. Федор Шаляпин тот же, да? Федор Шаляпин. Какой Федор? Федор Шаляпин уже нет. Это вот туда, к Петросяну, нет. Ну, это в другое. Он сильно молодой, а она бабушка. У Хью Джекмана жена старше, чем он, да? Хью Джекмана. Ну, мы ему не можем сейчас позвонить. Маркон, блядь, Маркон. Макрон. Маркон мне нужен. Срочно, по-корейски. Нам нужен взрослый мужик, а не вот эти вот. Маркон по-корейски. Бонзюр! Бонзюр! Давайте за любовь, несмотря на несмотря возраст, на границы. Мужчины. Несмотря давай на вот лицо. Любовь не знает возрастных не знает и других границ. Да. Да. Давайте. Поэтому... За Украину, Абхазию, чтобы не было границ. Я так хочу, чтобы видела ты, как я тихонько плачу. Слезы мои, вытрут губы мои, я не могу иначе.